Я прекрасно понимаю, что все на свете очень любят кукинг-стримы, и всем очень весело смотреть на то, как люди режут всякие огурцы. Так вот я и подумал, почему бы нет. Первое, что я взял, это банка огурцов. Второе, прихватка, одна штука. И плюс еще одна прихватка. Можете себе забрать. Огурец вынут. Вы, не имея гражданства, проживали здесь, не платили никаких налогов. Именно поэтому... Мы солим соленый огурец щепоткой соли. Ну и все, и можно подавать к столу. Я начал сочувствовать огурцу, и поэтому попробую его как-то сшить, чтобы он мог дальше функционировать. Операция прошла успешно, огурец зашит. Работа, сделанная на века. Я могу продать эту доску как предмет искусства. Между 95%... Так, я должен проверить свои пятки. Мне кажется, мое сердце сейчас где-то в них. У меня тут лампа бегает. Осветитель просто мудак. Ну, увольняйте его. Прогуляемся по Фонтенбло. Раз уж ИРЛ-стрим с улицы не получается делать, будем выкручиваться. Стрим с летней кафешки, короче. Мы взяли по шашлычку. Немного пива. Тесно тут, не толкайтесь, ребят. Да всем все хватит. Приходится в очереди стоять. Можно пройти? Мне только спросить. Это место с слоистым потолком. Тут можно играть в цивилизацию. Здесь кулинарные принадлежности, там морепродукты, и бухло, и краб. К сыту приходишь в комнату, открываешь дверь. Четыре кружки какие-то валяются, везде подушки, все разбросано. Хочется наорать, да только не на кого. Че вы на меня так смотрите? Я даже не говорил ничего. Погода хорошая сегодня все-таки. Благодать. Не дать, не взять. За 200 тенге отдадете картину, нет? У вас все равно вторая такая же есть. А сколько? А сколько по-вашему? 500? Обуятый растениями внутренний двор с прекрасными стенами. Пурпурного цвета. Тут лампа, как дома. Короче, вот заходим отсюда сюда. И все, какие-то родные пенаты, и здесь можно сложить свои полномочия и прилечь. Мне комнату на одного человека, на двоих. На всех, кто на стриме, комнату, пожалуйста. Многокомнатную комнату можно мне в этом отеле вашем? Спасибо.